В Ульяновской области будет реализован первый в России специальный инвестиционный контракт в области альтернативной энергетики. Вчера на российском инвестиционном форуме в Сочи подписи под соответствующим документом поставили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, областное правительство и датская компания «Вестас». Специнвестконтракт, или коротко СПИК, заключен на 8 лет и предполагает создание в регионе производства лопастей для ветроустановок. Датская компания «Вестас» была выбрана в качестве глобального партнера «Роснано» и финской компании «Фортум». Альтернативная энергетика – крайне перспективная отрасль для России, поэтому от производителя ждут наращивания объемов производства и вывод новых образцов промышленной продукции за рубеж. Договорились о том, чтобы сбалансировать таможенно-тарифную политику в части снижения пошлин на комплектующие, а наоборот, перенастроить это на готовую продукцию для того, чтобы обеспечить защиту нашего российского теперь уже производителя. Представители датской компании приезжали в Ульяновск в сентябре 2017-го. Тогда стороны подписали соглашение о строительстве завода по производству лопастей для ветрогенераторов. В промышленную площадку инвестор готов вложить больше миллиарда рублей, чтобы запустить ее к концу этого года. Мы с нетерпением ждем возможности перейти на этап выполнения работ, которые мы задали. Наша цель – создать в Ульяновске сильную производственную площадку и цепочку поставщиков вместе с нашими деловыми партнерами. Формат СПИКа позволит инвестору получить освобождение от уплаты налогов на прибыль, имущество и транспортного налога в течение 8 лет. При этом «Вестас» берет на себя обязательства по локализации производства лопастей на территории области. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».